В июне в Астану на 13-й форум творческой и научной интеллигенции стран-участниц СНГ ездила делегация города над Бугом. Программа мероприятия была рассчитана на 3 дня и оказалась богатой на интересные события и полезные знакомства. Это было очень интересное мероприятие. Небольшое количество людей, всего лишь 200 делегатов, но это были выдающиеся люди науки и культуры стран Содружества. Из Азербайджана и Беларуси, из Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, со всех-всех стран Содружества там присутствовали самые интересные люди, интеллигенция. Это был весь цвет интеллигенции, и вопросы обсуждались, конечно же, очень серьезные. Брещане приехали в Казахстан с важной миссией – презентовать областной центр как культурную столицу Содружества 2019 года. Мы рассказали о Бресте, о его архитектурных, культурных объектах, о том, какие фестивали у нас проходят и мероприятия, о том, как это ответственно для нас быть культурной столицей 2019 года, и что это не только сверхплотный календарь культурных событий, но все-таки это большая ответственность для всех нас, брещан. Почетно, конечно, но ответственно. Программа культурных инициатив на 2019 год обширная и разноплановая. Какие-то мероприятия проводились в городе над Бугом ранее. Они популярны и любимы. К примеру, «Белая вежа», «Непротоптанный шлях», «Январские музыкальные вечера» и «Байк-фестиваль». Какие-то состоятся впервые. Парад оркестров. Это будет замечательный парад, на котором будут присутствовать оркестры нашей страны, нашего города и оркестры других стран, совершенно другие. Но, конечно же, мы пройдемся по главной нашей площади, по главным улицам, и такого еще в Бресте не было. Первый хореографический детский фестиваль, конференция «Музеи старинных городов», международная конференция. Семинар библиотек с именем Пушкина. К нам в город приедут пушкинские библиотеки со всех стран. Скульптурный пленэр «Брест тысячелетний». Конкурс скрипачей. Фестиваль дружбы. Еще в списке 2 больших галоконцерта. Первый — церемония открытия программы «Брест. Культурная столица Содружества» пройдет в марте 2019 года. Окончательные планы программы мероприятий в настоящее время еще верстаются. У горожан и гостей города есть возможность предложить свои проекты и идеи. Пожалуйста, пишите, мы будем рады услышать действительно значимые какие-то предложения в проведении мероприятия. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.